Всех приветствую, что я, дорогие друзья, рэперы, ютаберы и также нефтяники. Обнял, похлапал. Новый сезон, ребята, сегодня официально открывается новый сезон в 12 часов по МСК. Полный допуск, вся аудитория наваливается на фифу. Ну и у нас первые наградки, 4-й дивизион, первый ранг. И плюс у нас собраны бонусом, собраны гибрид лиг, гибрид наций. Там 12 паков. Шикарных паков по 45, по 50-ка, но вы в теме. 12 паков этих и плюс за дивизионы берем продаваемые. Погнали хлапать и чекать аккаунт на дроп в новом сезоне. Погнали. Ну вот мы и на базе. Погнали открывать. За дивизионы забираем. Даже как это все выглядит, давай посмотрим. Награды доступны ежедневно. Окей, согласен. Беру продаваемый. Полностью на хайп. Работаем на хайп, как ребята. Второй ранг слетели. Был первый сегодня днем еще. Забрали. Отбирался я, ребята, кто не в теме. 4-й дивизион. Сейчас пока в 5-м тусуемся. Скипаю. Ухожу. Уходим. 15 паков, ребята. То есть самые имбовые паки это с СБЧ. У нас в этом видео будут прямо все шикарно. Вон они, красавцы. Хлапаем. В общем, на аккаунте 217 кусков. Задача с 15 паков поднять хотя бы 200к монет. Чекаем, проверяем. Погнали. По порядочку. Жао Феликс. Раз, два, три. Полетели. Жао Феликс. Поехали. Не знаю, дивизион это или СБЧ пак, неважно. Хлапаем, смотрим. 200к надо поднять. Камара. В нашем стиле, ребята, в нашем стиле. Этот аккаунт вы все знаете прекрасно. Это самый первый мой аккаунт. Стивен Джи. Ну все, тут больше смотреть нечего. Скипнули, забрали, погнали дальше. Ну давай покрутим. Давай, Арнольд. Один редкий. Ну это, видать, СБЧ аккаунт. Так сказать, СБЧ. Пак какой-то. Поехали. Полностью выполнили мы гибрид нации. Гибрид это. Эдер Милитау, ребята, мое уважение. Вот первая имбочка пошла. Просто кто не в курсе, пацаны, кто не в курсе. Я сказал сегодня вам вчера на стриме. Если я на этом аккаунте не поднимаю сейчас за эти все СБЧ, крутые СБЧ монеты, я с этого аккаунта ухожу. То есть мы отсюда монеты выводим, и я буду играть на другом аккаунте. Поехали. Ну, Эдер Милитау, это уже первый звоночек, ребята. Первый звоночек. Раз, два, три. Давай, контора, нагибайся маленько. Нежненько, ласково. Вставай. 200к по минимуму. Эдер Милитау, это уже плюс. Следующий, бестяра, будет? Перишка, все понятненько. Как бы сегодня, пацаны, чтобы вы понимали, решается судьба данного аккаунта. Поехали. 12 паков. Ну вот они, ребята, шикарные паки. Шикарные. Наборы редких. Ой, ёпта, даже боюсь открывать. Давай мега набор хлапнем, что ли, ребята. На раз, два, три. Раз, два, три, полетели. СБЧ аккаунты продвинутые, которые, кто не в курсе. Ну, первый пак без валькаута, ребята. А может, бестяра какой-то? Почти Патрик упал. Ай, контора, обманываешь ты нас. Так, бесты есть, дорогие? Нету. У Смолов только Федя Смолов только. Понятненько. Крутанули. Ну давай, вон с одним редким хлапнем, какой-то простой. Электроумовый, ребята, как говорится, электроумовый. Рэперский пак, поехали. Чик, спинку выпрямил, не работает. Ну может, какая-нибудь имба дешевая, нет? Red Bull Campbell, понятненько. Причинсон, да, у него такой, ребята? Почти как у меня, хохолок, бля. Почти как у меня в молодости, бля. В молодости. Забрал. Так, далее. 10 паков осталось. 10. По имбовым пока не иду. Давайте. Смешанный премиальный набор игроков, ребята. На чек. FUT21. Новый сезон. Всех поздравляю вас, пацаны, с новым сезоном. Поехали. Без волкаута.
коны. Ну, вот так вот. Ну, вы все знаете СБЧ аккаунты, как там прет, да, когда вы собираете твинков. Вот нам что-то пока не прет на основе, как обычно, в принципе, на протяжении уже третьего сезона. Мы дали шанс этому аккаунту в этом году, но, походу, без шансов. Раз, два, три. Елочка, как говорится, угори или как, или не гори, блин. Пацаны, ну что, будет контора-то нагибаться или не будет? Ну давай хотя бы имбу. ЛЗ Дэвис. Блять, этот аккаунт, по-моему, пацаны, хочет забыковать в этом сезоне, чтобы мы продолжили на нем играть в уикенд-лигу, дивизионы, товарки, шмаварки. Так, Дэвис упал. В данный момент у нас Джованни по шарику сидит, смотрит это все дело. Ну пока, по идее, это не волкаут, но это имбы хотя бы падают. Хотя бы нужное падает. Поехали. Премиальные электроумовые, пацаны. В честь вас, как говорится, рэперов, нефтяников и также медработников. Поехали. Джек, 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 Джек. Волкаут-то будет, как думаете? Или не будет? Я думаю, не будет. Но хотя бы имбу давайте денежную. Понятно, в Турцию мы пока не собирались, но, может, как-нибудь изгоняем-то. Приглашают нас в Турцию. Макули, но он, по-моему, ничего не стоит на поле. Это дубляжик уже упал. Эдер Милитау и Дэвис. Ну, в принципе, как бы, тут стака-то даже не пахнет пока, даже стака. А мы поставили плашку 200к поднять с продвинутых СБЧ. Гибрид Ли, гибрид нации и 5-10. Мы потратили на них, на эти паки, 70 тысяч монет, ребят, чтобы собрать это все дело. Поехали. Премиальный смешанных. Раз, два, три. Нагибаем контору, как говорится. У кисточку держим. Пальчики скрестили. Но, сасамба. Дэвис и Дэр Милитау, конечно же, в принципе, неплохо, но... Кто пацаны в теме, кто любит собирать твинков, то есть вторые аккаунты для паков, вы знаете, как может повести круто. И 400, и 500к ребята выводят. Ну, нам пока тут не пахнет. Погнали дальше. Раз, два, три. 30 редких, ребята. Я думаю, даже тут надо маленько в позу встать какую-то. Раз, два, три. Пацаны, нагибаем, поехали. Ну, аккаунт, ты будешь жить в этом сезоне или не будешь? Походу он не хочет оставаться. Походу он не хочет. Англия, ЦЗ. Гомес, что ли? Гомес, ребята, 100к. Ай! ГИБКД аккаунт, ребята, кто помнит. У два лайка, пожалуйста, два лайка. Лайки бесплатно нынче, ребята. Как в... Эпидемия же идет. Блять, Эдер Милитау, Дэвис Гомес. Но это мы по имбам идем. Дальше, Филипп Андерсон. Копейки. Ну, Гомес. 100 тысяч монет упало. Просто падают имбочки. Это нас радует. Катализатор. МЛС. Ну, что-то... Исабита. Ай, ты бла. Ляшечка. Ну, ребята, мне кажется, уже это... Ну, пойдет. 200 плашку поставили. Эдер Милитао. Дэвис. И Гомес. Уже к 200 почти подходим. Еще 5 паков, ребята. Поехали. 6 редких, ребят. 6 редких. На чек. В камеру смотрю. Глаз не отвожу. Жду, встречаю, любя, провожаю, бля. Поехали. Ну, имба. Элфа. Эвертон. Бразилец. Имбы нету, дорогой имбы. Команда недели у нас, кстати, ребята, кто не в курсе, шикарная. Максимушка есть информ. Максимушка 83, а почему бы и нет? Ребята. Волнуюсь, извините, спинку маленько горбачусь. Ну а что делать? Наборы редких. Вот они имбовые пакеты, ребята. Ай! Ну поехали вот этот, электроумовый. Раз, два, три, электроумовый. На вскрышечку. Молимся. Подкрученный аккаунт или не подкрученный в этом году? Этот аккаунт.
Ну, надо нам еще один хотя бы дроп, тогда мы остаемся на этом аккаунте. Но не везет собака. Так. Пока мы, в принципе, Гомес, конечно, молодец. Но мы 70к потратили на эти все паки. То есть, тут что? Ничего нету дорогого. Там, может, по 500, по 800 монет-то можно продать, конечно. Укрутим верхним, поехали. Редкий мега-набор, ребята. Редкий мега-набор. 30. Самых лучших. Спартак, Ганди, вперед. Как говорится, Спартак, вперед. Поехали. У 30 редких. Да, блин, а валькаут-то нету, понимаете? Это тоже задуматься надо об этом. Воротарь. Ну, это понятно кто. Здравствуйте, молодой человек, 83+. Здравствуйте, вольно. Карейра, Термис. Ничего дорогого нету. Дорогого ничего не вижу. 30 редких. Охотник, тень. Вот в этом году, кстати, ребята, хочу заметить, тень, охотник частенько падает. То есть они что-то яшники в этом году не жлобят со стиля сыгранности. Видать, не хотят, чтобы дорожало. Ну что, два пака осталось. Посмотрим, какой мы стрим сегодня начнем, ребята. Или на новом аккаунте, или на этом аккаунте. Судьба решается вот сейчас, вот в два пака. Спасибо, парни, за комментарии, за лайку. Ваша поддержка, она особенно в роликах очень нужна. Обнял, похлопал, как говорится. И чуть-чуть заплакал, как обычно. Раз, два, три. Поехали. Кофеечек возьму, ребят, кофеечек. Запить пак. За валькавь. Не валькавит в 12 редких. Не валькавит. Ну хотя бы стеночки. ФРВ. Тимоха Вернер! Пацаны, извиняюсь стоя. Извиняюсь. Как говорится, с локотка можно ударить стримера разулечку. Тимоха Вернер! А мы что, богаты что ли? Мы богаты? Ну, ребята, я извиняюсь. Все-таки, наверное, Дим КД мы оставляем аккаунт тогда. Продвинутые, как вы мне на стриме писали. Димасик, продвинутые собирай, можно навариться. Но на Тимохе Вернере мы, наверное, подняли. То есть, на баночку его. Не на бутылочку, ребята, а на баночку. Не подумайте. Ну, а остальное тут все, в принципе, такое. Средней паршивости. Сейчас в конце итоги подведем. Ну и последний пак, парни. Давайте выйдем, перезагрузимся. Магазин. Ну что, пацаны. На пятюнде, как мы любим. Раз, два, три, четыре, пять. Яшеньки, дайте имбочку еще одну какую-нибудь дорогую. В 1050 хотя бы, по-братски. Волкаута нет. Аргентина, ЦЗ, ничего хорошего там нету. Информ, Атланты, 81-й, Полимо. Одного дали информы из команды недели. Ну, команда недели действительно там шикарная, там Максимка, Лёва. Ну, одного нам они дали. Чекаем, что там дальше. Закария, вроде что-то 1009, да, он стоит. Закария. Ну давай я Закарию туда отправил. Ну давайте, погнали чекать. Продвинутые. Такие одни из самых крутых паков мы собрали. Поехали на трансферный рынок и чекнем, что у нас получилось. Потратили 70к плюс награды за 4-й дивизион 2-го ранга. Список продаж чекаем. Информ. Тима Вернер, Гомес, Закария. И там еще Дэвис с Эдер Милитао где-то были. Они же 80-го левела. 81-й Дэвис и Эдер Милитао. Ну, пацаны, ролик выйдет до стрима. Всем спасибо за ваши лайки. Записываю одним монтажом, без бумажки. Ваше мнение. Это можно считать фартажопым этот сезон? Начало этого сезона. Сегодня открытие официально. Шампанское открываем, как говорится, по рисочку наливаем. Можно считать то, что в этом году этот аккаунт фартажопый.
Кто давно на меня подписан, вы знаете прекрасно то, что на DimKD аккаунте, PSN DimKD, мало что падает годноты. Годноты очень мало падает. Но я бы хотел, чтобы там накалякали в комментариях маленько что-то. Как вы считаете, годнота упала или не годнота? Ну, Вернер, сколько там стоит? 200, да, с чем-то? Гомес, Эдер Милитао и этот. Я считаю, вроде как бы неплохо. Неплохо. Обнял, похлапал. Спасибо за лайки, за подписки. Всем-всем пока. Пис. Учмоки-чмоки, ребят. Ну да, пацаны, еще один вопросик. Небольшая новость к вам. Мой Twitch-канал забанен. По какой причине, толком непонятно, не на определенный срок. То есть, если кто-то, рэпер или нефтяничек с Твича чекает данный ролик, ребят, стримы сейчас только проходят каждый день на YouTube-канале. Так что залетай на YouTube-чик, буду очень тебе рад. А Twitch-канал у нас в бане, и вообще в дальнейшем жизни на Твиче мы будем думать вместе с вами. Вместе с вами будем, что с ним дальше делать. И на канале с сегодняшнего дня появилась кнопка спонсировать канал, то есть стать VIP-подписчиком. И что это VIP-подписчик нам даст, ребята? Будут VIP-стримы, закрытые VIP-стримы только для VIP-подписчиков. Подписка, и сделал минимальную цену, хочу, чтобы вы услышали, минимальная цена на VIP-подписку, на, по-моему, там 4 уровня или 3 или уровня, по-моему. Сколько YouTube мне разрешил максимально сделать минимальный ценник, я его сделал. Там можно было до 7 тысяч сделать за платную подписку. Я сделал, по-моему, 49 рублей, 99 и 149 рублей. Самая крутая подписка. И когда я увижу то, что наберется хотя бы платников человек 10-20, мы будем отдельные закрытые стримы проводить для нефтяников. То есть для нефтяников, чтобы как бы, если ты подписался на YouTube-канал платно, чтобы могли посидеть, может где-то колбасочку порезать, но вы в теме, и посидеть по-спокойному, почилить. Может что-то там, товарки поиграть бесконечно, может быть паки пооткрывать. Это для спонсоров канала. Вот теперь точно пока. Поздравляю всех вас, ребята, с открытием нового сезона. И такой получился объемный ролик. Тут и награды, тут и продвинутый гибрид СБЧ собрали очень много, 15 паков. Вот вы увидели, что в них падает. Так что, ребята, легкий лайфхак, фишечка от меня. Собирайте СБЧ аккаунты, отыграйте пару отборочных матчей, получите за дивизионные монетки, идите собирайте продвинутые, и потом раз в суточки переводите. Вот сейчас упало 500 с лихером К монет. Переводите монетки на основы и собирайте крутые составы. Вот так вот. Лайк поставил, мужик. Дизлайк поставил, тоже мужик. Комментарий написал, вообще красавчик. Обнял, похлапал, подбросил, заплакал. Всем-всем пока-пока.